Здорово, кто пришел, здорово. Ассасин будет новый? Обязательно будет. Все крупные новинки будут. Я хочу пройти эту игру полностью, но, скорее всего, я успею это сделать. Evil Within будет на YouTube, потому что это хоррор. Что там еще в ближайшее время? Короче, посмотрим. Но надо как-то распределить по времени. Вот эта вот игра, она довольно большая. Надо будет просто как-то собраться с мыслями. Хватит разговоров, хочу игру. Так, Lazy Man сказал, мы сделали. Погнали, ребят, погнали. Lazy Man только для тебя. Ты мой любимый подписчик. Я и правда люблю свой чат, особенно Lazy Man. Чатик, давайте воспевать Lazy Man, потому что Lazy Man действительно продвинул нас вперед от этой ненужной болтовни, шелухи и тому подобного. Спасибо тебе, родной. Свеча, как бы там, в принципе, есть во что играть. Там выходит довольно много индюшек всяких, и поэтому для меня он сейчас полностью оправдывает свое существование. Не то, что Wii U, с которым я вообще типа такой... Думал, на какой хрен я его купил? В итоге две игры купил, по-моему, там, и все, типа, по сути. Успел, смотри. Сука, ты просто издеваешься! Я ненавижу тебя, Стакуга! Но я тебя люблю. Пришло оно. Без него ты никуда, я тебе говорю, главный злодей игры. Это называется восхождение снизов. Хочу тебя отблагодарить за твои видео и стримы. До того, как я на тебя наткнулся на YouTube, у меня была жуткая депрессия, я даже не мог встать с кровати. Но теперь, когда я смотрю твои стримы и видео, я набрался сил, чтобы покончить с собой. Чувак, я надеюсь, что это просто оскорбление меня, потому что покончить с собой, многие считают, что это сильный поступок, но на самом деле это поступок слабака. Вот. Серьезно. Подумай над тем, что скажут твои близкие, родные и просто люди по поводу всего этого. Но это чернуха, если ты так шутишь, то ты идиот. Если ты так не шутишь, то ты тоже идиот. Потому что... такими вещами не шутят. Эта дичь уже становится не очень прикольной, вас слишком дохера. Игра вообще пипец похожа на Бэтмена, я застрял. Отличная игра, Warner Bros. Отличная игра. Ты? Что ты тут скажешь? Ну, игра... О, я починился. Тварь! Паша, ты чё творишь, Паша? You try to get me, but I got you. Then now I got you. Эльфийская ярость подождет. Беги обратно. Успел, смотри. Сука, ты просто издеваешься. Я ненавижу тебя, Стакуга. Но я тебя люблю. Какого художника потеряли? Это Назгул. В таких моментах от этой игры могут быть мураши, реально. Ну, если ты фанат Звездных войн, Звездных войн. Ну, потому что ситхи, ты понимаешь. Все сразу. В этот момент я у Тёмы видел сегодня. Пришел к нему как раз. Спросить, как дела? Мама!
Предателей никто не любит. Кисок, кисок. Просто визжит. Это самый лучший. Я хочу себе... А, он побежал. Сука, что происходит? Все три часа играет. О, я уже больше играю, я уже... Чувак такой, осадное оружие, короче. И тут вылезает вот это вот... Встал, говорит... Как у меня все задрали. Старается. Шлем сними, мудила. А ну стоять. Назу каннибал. Бля, у меня... Ой, простите, у меня так одного знакомого напоминает. Ой, Кастон, если ты это смотришь, вот прям... Один в один вообще. Какая-то сочная... Мама. What? Вы, говорит, не получите его, я им для чего-то нужен. Все-таки помер и ржут. Колечки кидает. Это было охеренно круто. Глянь верхнюю часть карты, там есть пещера с секретом. Можно будет пробраться по горе и найти плохо видимые уступы. Я в игру не играл, а только что написал этот набор слов, но доверься мне. Лол, это было смешно. Игра сложная? Я бы не сказал. Но в определенные моменты врагов может стать там штук 30 вокруг тебя. И ты начнешь страдать. Так, хорошо. Короче, в результате... You killed me, then you start to miss me. Look at you yearn for my return. And give him this message. I come for him. Вот тут такой стоит, реально, что-то психанул. Успокойся, парень. В лутбоксах есть шмот на Пашу. Серьезно? Третий раз. Он уже весь зашитый. Я хочу его в свою команду.
это мой ВКонтакте. Музыка в тему. Такая идиллия. Я не могу, это так тупо. Хелем, спасибо за тир 2. Это очень круто вышло. Тайминг идеальный. У каждой практически брони свой внешний облик, и броня реально красивая. Это мне очень нравится. Повторюсь, в игре реально очень много моментов, которые мне просто дико доставляют. Сука, ты просто издеваешься! Чат, что мне с ним делать? Я уже не хочу его убивать. Короче, хорошо поиграли сегодня. Я просто ставлю PlayStation в спящий режим. То есть мы даже выключать ее не будем. Вот ровно с этого места завтра продолжим. 4 по МСК подходите. Будем сидеть, сиаутировать. Игра довольно-таки посредственная. Но играть вместе с чатом очень интересно. Серьезно. То есть я получаю большое удовольствие от процесса. Постепенно втянулся. Оно как бы такое было. Вроде норм, но при этом ничем не отличается от первой части. Но потом по сюжету что-то попедалило там, на сгулы, ну вот это вот все стандартно, орки клевые. И в общем, как-то я втянулся, поэтому пока сейчас получаю удовольствие. Надеюсь, вам тоже было интересно. И в общем, я пошел прогуливать уроки, ладно, собаку. И все, на этом всем пока, увидимся и... Так, это надо выключить, этого нет, потому что стрим не начнется прямо сейчас. Вот. Короче, было весело. Всем пока. Пока-пока.